Добро пожаловать на Hanews.ru. Вы смотрите 116-й выпуск нашей информационной программы, и сегодня мы обсудим события, произошедшие в мире высоких технологий за последнюю неделю. Итак, поехали! Марокко строит крупнейшую в Африке солнечную электростанцию. Как выяснилось на минувшей неделе, открытая в Марокко солнечная электростанция Нур-1 мощностью 160 мегаватт – это только начало. Планы этой африканской страны включают постройку к 2017 году возле Нур-1 еще двух солнечных электростанций, которые совместно будут генерировать около 500 мегаватт возобновляемой энергии. Ее хватит для обеспечения электричеством миллиона домов, то есть почти половины страны. Проект Нур, на строительство которого было выделено 9 миллиардов долларов, расположен недалеко от города Уарзазат и занимает территорию, сравнимую с площадью столицы Марокко Рабатом. Помимо экономического эффекта, один только Нур-1 в течение 25 лет уменьшит выбросы парникового газа в стране на 250 000 тонн в год. Когда же будут достроены электростанции Нур-2 и Нур-3, каждая из которых способна хранить солнечную энергию в течение 8 часов, весь регион Сахары получит доступ к беспрерывному солнечному электричеству. Группа физиков из США и Израиля недавно обнаружила новое состояние вещества, которое характеризуется необычным упорядочением электронов. По словам ученых, открытие этого состояния было совершенно неожиданным и не основанным на каких-либо предварительных теоретических предсказаниях. Оно было сделано при испытаниях лазерной методики измерения, которую недавно разработали для поиска так называемого многополярного порядка. Как выяснилось, новое состояние представляет собой как раз один из типов многополярного порядка. Эта находка подчеркивает важность разработки новых инструментов, которые помогут раскрыть новые явления. Кроме того, по утверждению физиков, эти многополярные порядки могут быть и у многих других материалов, а не только у стронций и ридий-оксида, которые изучали исследователи. В связи с этим ученые намерены продолжить свои исследования с другими веществами. На днях туристическая компания WorldView, которая планирует в недалеком будущем проводить относительно доступные космические путешествия с помощью заполненных гелем воздушных шаров, отчиталась об успешно проведенном важном испытании. Тестовый уменьшенный образец воздушного шара поднялся на высоту 30 625 метров, что говорит об успешном достижении поставленной задачи. При коммерческих полетах WorldView обещает поднимать пассажиров на высоту 30 480 метров. Весь полет будет длиться от 1 до 2 часов, после чего воздушный шар медленно опустится обратно на Землю. Следует отметить, что указанная высота на 64 километра ниже порога суборбитального пространства, однако это все равно достаточно высоко, чтобы у пассажиров была возможность насладиться красотами открывающегося вида. WorldView планирует продавать билеты в космическое путешествие за 75 тысяч долларов за место. Первые полеты собираются провести в 2017 году. Правда, перед тем, как это случится, компании будет необходимо провести испытание полноразмерного аппарата, а также баллона, который будет поднимать туристов. Уже совсем скоро, а именно 12 ноября 2015 года, обладатели игровой консоли Xbox One смогут насладиться всеми преимуществами обратной совместимости с играми для Xbox 360, а также совершенно новым интерфейсом, который станет более удобным, эффективным и лаконичным. Дату запуска новой версии интерфейса и обратной совместимости официально объявил глава подразделения Xbox Live в своем Twitter-аккаунте. Стоит отметить, что новый интерфейс действительно стал более понятным и удобным. Теперь все ключевые пункты меню вынесены в вертикальное меню в левой части экрана. Что же касается обратной совместимости, то она будет поддерживать лишь те игры, которые инженеры и программисты Microsoft адаптируют для своего эмулятора. Да, именно эмулятора, так как консоли Xbox One и Xbox 360 основаны на совершенно разной архитектуре, поэтому запустить игру с предыдущей приставки на новой малой кровью не получится. Группа ученых из научно-технологического университета имени короля Абдаллы, расположенного в Саудовской Аравии, недавно создала самый черный материал на Земле, который поглощает практически весь свет, который с ним соприкасается. Особенность материала заключается в том, что он состоит из серых крошечных наносфер, каждая из которых крепится к наноцилиндру. Благодаря такой структуре его поверхность может поглощать от 98 до 99% света. При этом эффект достигается независимо от угла поляризации, при котором свет попадает на поверхность. Полученный материал обладает огромным потенциалом. Команда исследователей считает, что такие сверхтемные материалы в теории можно использовать в солнечных батареях для забора солнечного света. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши умные комментарии, следите за нашими социальными сетями. Всем пока!